Unleash the Anna. Unleash the Anna, man. Anna's out of control. Get him! Fucking get them! And this, these stylish Ember kills with the remnants, man. Holy shit. Что пошло не так в этой игре? Ну, во-первых, вы зачем-то свапнулись ролями. Да мы не свапнулись ролями. Я нет, свапнулись. Я отошел в лес, Люк отошел вниз. Да, когда ты отходишь с линии в лес один и бросаешь линию, это нормальный, нормальная игра в доту. Когда вместо тебя приходит туда обезьяна и становится, это хуёво. I'm so ready. Even last year. But what do we do if we pick Warlock? They're gonna first do TP. I think they're gonna consider LC not the mag, that's all. Но я не хочу играть против ФТБ, он слишком жесткий. Они единственный герой, с которым не умеет играть. Короче, два варианта. Либо мы играем Магнус Урса сейчас, либо мы играем, либо мы берем ЛЦ, ну и дальше по пику я там, ну, подстроим что-то нормальное. Ребят, можно сказать, можно не выдумывать. Вы реально, если сыграете свою игру на Магнусе Урсе, вы справитесь. Вы выигрывали до этого, выиграли первую игру и вторую игру. Густав. Hi. But we could RDK, we could, I mean, we have many things to do. Don't be afraid to go for what you feel is good. Just, it's just about how we're gonna play. The TV, but... Yeah, go for it, fucking go for it. Ребят, у вас еще будет время поговорить в кабинке. Время поговорить в кабинке, 5 минут. Сейчас подумаем. Вы лайтовенько там посидите, обговоритесь и сделайте все, как надо.